Приветствую на канале по заработку в интернете. И в этом видео, ребята, я буду рассказывать о проекте Avon Network, а также расскажу об airdrop, который проводит эта компания. Так что садитесь поудобнее и смотрите видео до конца. Поехали! Вкратце хотел бы пробежаться по самому проекту и рассказать, что же это за проект и что он из себя представляет. Ну а далее я перейду к самому airdrop, где можно будет заработать криптовалюту без вложения. Ну, в принципе, как я здесь все прочитал, мне очень понравилось тем, что вообще Avon Network это является открытая кросс-чейн-платформа с собственной криптовалютой Avon. И что это нам дает? Это нам дает то, что сама платформа является как кросс-чейн. То есть это говорит о том, что мы можем делать различные операции и тем самым взаимодействовать с различными блокчейнами. То есть делать операции, к примеру, из биткоина блокчейна в лайткоин без участия третьих лиц. И все это будет сделано в этой платформе. Это, в принципе, очень даже классно, и я думаю, будет востребовательно вообще на самом рынке. Также, если говорить о преимуществах, здесь очень хорошая надежность. Почему? Потому что сама платформа будет децентрализованной, и все приватные ключи будут храниться у каждого пользователя на своем компьютере. И это очень классно. Ну и, конечно же, скорость работы всей сети. Также, если перейдем и посмотрим, что у нас тут есть, здесь есть показаны сами партнеры на данный момент. Мы видим, что очень крупные партнеры – это университет блокчейн и инвестинг, и блокчейн-форум, а также Linkbox. В принципе, я хочу сказать так, что если такие крупные партнеры уже поддерживают эту платформу, которая сейчас на стадии разработки, то, в принципе, я думаю, проект будет просто на высоте. Ну, давайте перейдем, посмотрим, что еще будет в этой платформе. Так как здесь есть такое меню продукты, здесь мы видим, что здесь у них будет также и биржа, да, в которой можно будет делать покупки криптовалюты. Соответственно, можно будет скачать приложение к себе на компьютер и пользоваться десктопным приложением. Это очень удобно. В принципе, и без каких-либо дополнительных действий, да, там подключения к сайту, вы можете сразу работать через это десктопное приложение. Сейчас, в принципе, можно скачать демо-версию и посмотреть, как это все работает. Также у них будет свой кошелек мультивалютный, и это очень классно тем, что этот кошелек будет поддерживать очень классные такие функции, то есть можно будет делать переводы внутри сети, то есть различными, там, через e-mail, по телефону, ну, через чат, то есть это настолько уникально и очень интересно, что я, в принципе, даже заинтересован увидеть, как будет выглядеть этот криптовалютный кошелек, и, соответственно, хотел бы его попробовать. Также он будет мультивалютный, следовательно, на нем можно будет хранить множество разных валют. Какое количество сейчас мы не знаем, здесь перечислены только основные криптовалюты, которая будет в этом кошельке. Ну и в дальнейшем, конечно, мы будем наблюдать и смотреть, как это все будет развиваться. Также здесь будет использоваться уникальный алгоритм Proof of Safe депозит, да, который именно разработан самой компанией Avon Foundation. И этот основным вот механизмом, которого является размещение депозита, который обеспечивает корректную работу узлов в сети согласно правилам протокола. То есть, если я правильно все понимаю, то здесь можно будет... Ну, если я правильно понял, то есть можно будет зарабатывать также и на криптовалютах, которые поддерживают Proof of Stake технологию. Вот, ну, посмотрим, как это все будет выглядеть. Также, как я и говорил, сам кошелек будет децентрализированный и, конечно, зашифрованный. Вот, все приватные ключи будут храниться у каждого пользователя на своем компьютере. Также сама компания и Avon Foundation говорит о своем кошельке, что он будет очень безопасен, будут безопасные переводы, и так как переводы можно делать и со смарт-контрактами. Ну, одним словом, все это очень классно и очень интересно, как это будет развиваться в дальнейшем.
остается только наблюдать и смотреть. Сейчас же, конечно, хотел бы еще сказать, что, смотрите, ребят, очень большая активность ведется на социальных группах. На данный момент у них есть свой Telegram канал, да, где можно, в принципе, почитать последние новости, которые выкладываются по проекту. Также здесь есть у них и Facebook страница, в которой также они постят последние новости, какие-то изменения, и все это очень активно развивается, так как видно, да, что появляются какие-то новые события, то есть команда не стоит на месте, общается со своими клиентами, инвесторами. Вот, конечно, также есть и LinkedIn ссылочка, да, на Twitter. Твиттер также посты выходят очень часто, то есть говорит о том, что сейчас, ну, как бы вообще проект очень живой и активный. Вот, также здесь вы можете почитать всю информацию нужную о проекте и подписаться на этот твиттер. Далее, хотел бы еще сказать, показать саму команду, которая придумала этот сам проект. Мне очень понравилось тем, что команда без каких-либо, не знаю, там фотографии, сделанных непонятно где. То есть мы видим живые люди, которые работают над этим проектом. У каждого есть своя страница в LinkedIn, можно почитать, где и чем занимается этот человек и занимался до этого. Также мы видим, что полностью вся команда расписана. Здесь мы видим также вот адвайзеры, и все это дело, все эти люди живые, да, то есть если зайти на Facebook, на LinkedIn, можно все это почитать об этих людях, чем они занимаются и реально ли они имеют какое-то отношение к этому проекту. Я это со всем этим ознакомился и, в принципе, могу сказать, что, по крайней мере, то, что здесь написано, это правда. Вот, далее, хотел бы далее показать вам дорожную карту. Дорожная карта сейчас у нас такая, то есть видите окончание в 2020 году. Вот сейчас на данный момент запускается тестнет, и мультивалютный кошелек будет запущен в первой четверти, который далее будет децентрализованный мультивалютный кошелек и непосредственно кроксчейн смарт-контракты, которые будут помогать делать эти операции внутри этой платформы на разной блокчейне. Вот, конечно, все это здесь классно расписано. Также хотел бы вам показать по поводу технологий. Здесь, в принципе, если вам интересно, вы можете почитать о самой технологии, которая использует этот децентрализованный эта платформа. Все здесь красиво расписано, и, в принципе, в технической части все здесь очень интересно. Вот. Ну, не будем об этом, давайте перейдем уже к самому кабинету, и я вам покажу, как вообще все тут устроено и как зарабатывать криптовалюту. Смотрите, ребят, прежде чем перейти в этот кабинет, вам нужно будет зарегистрироваться. Регистрация очень простая, вы вводите здесь свою электронную почту и нажимаете «Зарегистрироваться». Далее вы получаете код на свою почту и вводите его в окошко, ну и, соответственно, вводите все свои данные, указываете страну, ну и все. После этого вы получаете 1000 токенов на свой баланс. Ну, здесь почему-то написано 100. На своем балансе вы увидите эти токены. И дополнительно вы также можете участвовать в баунти программе. То есть выполнить дополнительные задания и получить дополнительные токены. Вот токены здесь, список именно вот здесь. Для того, чтобы выполнить то или иное задание, вам нужно нажать на кнопочку «Will do». После этого, давайте я подключусь, меня тут выбросило. После этого, когда вы нажмете эту кнопочку, вам выскочит окошко, что вам нужно сделать. К примеру, здесь нужно подписаться на Evan LinkedIn на странице и, соответственно, прислать ссылку своего профайла. Вот, и написать, подтвердить, то есть нажать Will Do и потом Confirm. После того, как вы выполните задание, соответственно, у вас будет увеличиваться и дополнительный бонус от этих всех заданий, именно вот здесь, эти токены. Также хотел бы сказать такой один нюанс, чтобы для того, чтобы в дальнейшем вывести эти токены, вам нужно будет пройти верификацию. Верификация проходит вот здесь, указываете свои все данные, имя, фамилия, ну, соответственно, документ, и все это дело подтверждаете.
Заданий здесь немало, в принципе, можно заработать дополнительно. Ну и, конечно же, здесь есть реферальная программа. Реферальная программа здесь получается четырехуровневая. То есть вы получаете на первом уровне 10%, на втором 5%, на третьем 3% и на четвертом 1%. То есть, ребят, если вы реально хотите строить свою команду, развивать этот проект и иметь дополнительно токенов, которые в дальнейшем можно будет вывести, да, и либо там продать, либо оставить холдить и ждать лучших времен, то, в принципе, вот эта вот программа именно для вас. Вот, сейчас на данный момент мы видим, что 1 доллар это 30 токенов. Да, и на данный момент, если мы посчитаем, сколько у меня сейчас на балансе долларов, то есть давайте введем эту сумму и поделим на 30. На данный момент у меня 37 долларов. Но я могу сказать одно, ребят, так как проект очень сильный, то в принципе, я думаю, будет цена не 1 доллар, когда все это выйдет на биржу и весь вся платформа полностью стартует. Так что вот такой вот обзорчик по этому проекту. Всем рекомендую подписываться на мой канал в YouTube, где я также выкладываю интересные аирдропы, также интересные проекты по заработку в интернете. Так что всем желаю удачи, большого профита и пока-пока.